Алексей Викторович Матеев, Alex Time. Today 18-4. Сегодня улетаем. 15. Сейчас будет обзор шаурмы. Интерьер и персонал. Ну, нормально. 4.5. Вкус, не знаю даже. Нормально. Тоже 4, я думаю. Оригинальность. Ну пусть будет тоже 4. Структура, я бы сказал, на троечку. Сытность, да? Наверное, 4-4.5. Ну пусть будет 4.5. Нет, да. Пусть будет 4, да, чтобы целое получилось сумма. У меня 4/4, 1/3. 19. А было 17? Было 17. Все. На этом прошу выключить телевизор! Да, еще сертификат участника привезти, да, или там еще какой-то сертификат. Если там дают какие-то буклеты, книжки, какие-то файлы, в общем, что-то такое дают, это нужно собрать в пакетик и тоже принести. Ну да, достанем. Масштаб бы чувствовался, если бы они здесь были. Чувствуется количество людей. Мне кажется, они прикладывают не потому, что им часто нельзя, а наоборот, редко нельзя здесь быть. А, типа, я пришел, смотрите. Так, а где корм-доги продаются? Я не понял. Мавзолей? Это реально мавзолей? Что-то не похоже. Фотки классно фоне. Добра. Да. Да. На ворот можно. А, или может китайцы нельзя, но. А то увидит. Это ж вы кому этот коммунизм придумали. Вам можно все. Нам можно. Олег, не мы. Все это Карл Маркс. Я лично. Как это реально сделать? Снять всю толстовку, ну вот она, что ее снимать. Ну, Евгения Ивановна.
А, снять Ивана толстовку, ну вот, снял. Что-то их дети очень любят меня хватать за ногу. Да, уже второй схватил за сегодня. Да. Просто берут и так? Да. А у них считается, что если ты потрогаешь европейца, то это к счастью. А-а-а. То у тебя вся жизнь будет счастливой. Вся жизнь впереди будет. Куда идем? Чё идем? Нормально. Хуй знает, где мы. Похоже на Красную площадь. Походу, да. Китайцы все у нас пиздили, понятно. Милейшие люди. Да, ничего то, что японцы охуенно входили в Китай, блядь, нацистами. Да не. И хуёвые тут проводили репрессии, блядь. Лично расстреливали миллионы. Лично японцы. А? Ну, Олег странно выглядит. О, это же Олег Мингалёв. С Олегом я пытался всеми нами, кроме Ивана, сфоткался китаец. И очень был рад нас видеть. Знаете, почему этот город называется запретный? Встречает как-то император простого китайского крестьянина. И тот видит его город, да, говорит, смотрел, смотал. Император говорит, хочешь посмотреть? Я говорю, хочу. Я бы знаю, что ты бы здесь пожил, но я тебе не дам. А кто говорил, что это город запретный, не потому, что в него нельзя было, а потому, что императору нельзя было? Угадай, кто такую хуйню мог сморозить из нас пятерых. Думаешь, почему с ним люди просто? И скажи еще, что звучало неубедительно. Звучало очень. Давай снимем, нас нет, нас. Ну, все, спасибо. Очень красивый древний парк, основан в там, династии Линг или Линг. Хуй. Мы вчера смотрели по телеку секреты династии Линг и Юнг. Рептилоидов рассказывали. Это был исторический канал. Исторический канал про рептилоидов, как РЕН-ТВ. Всю правду вскрыли про эту династию. Жалко, не засняли. Ну, не очень жалко. В общем, появлялись как мы с Олегом. А вот, мне кажется, сурьёзно. Я показывал приемы карате и кричал на псевдоазиатском языке. И меня увидели дети и начали меня пародировать и жрать. Слушай, ну там открывать. Тут нечего больше, Олег, отрывать. Как нечего? Погону можно еще отрывать. Здесь пахнет очень приятно, как в ботаническом саду. Вся тебе цветущими деревьями. Это реально выглядит как уровень какой-то. Бля, мрут. Ну смотри, тут не высоко. Твои батареи. Да, конечно. Видел. А если все с моста прыгать будут? Они тоже прыгнут, естественно. Они же коллективизм. Я потерял своих русских друзей. Таких друзей захуй музей. Бейджин, хуй, хуй сующие,
Хуйщи. Это наш отель. А, во! Слушайте, мы даже идем правильно по указателю. Гранд Болл? Мы идем, типа, ужинать или Гранд Болл. Я лучше в Гранд Болл. Гранд Болл, хоть? Гранд Болл, Олег специалист по Гранд Боллу. Момент, идешь, что Гранд Болл. Иди без Гранд Болл. Во! О, господи. Тебе приятного аппетита. Спасибо. This is delicious. Можешь поговорить? Мы прошли где-то 6 ступенек, и мы уже заебали. Они большие. Так, мужик поднимается. А ты у кого спросил? Типа, просто горы. Просто горы. Так я ничем забрал. Ой, я застрял. Все. А, нет. Это ловушка для монголов. Нам дадут пострелять монголов из бойни? Я хочу... Захотелось парочку монголов убить. Блять, высоты боюсь, пацаны. Страшно, пиздец. А? С видео? Конечно. Иначе что выпускать? Просто по приколу. Пустить дрон на стене. Что, солнце ничего не видно? Дрон Почты России. Thank you.
Мандалориан! Здравствуйте, братья. Сегодня мы будем пить чокол-бивридж. Не видно ничего из людей. Читаю слишком много людей, правильно они их расстреливают? Я бы еще съел все, да? Да. А что по порядку? Сейчас, как его есть по порядку? Ну, блин, просто берешь и ешь. Целиком, мне кажется, нормально. Фу, блядь, так мерзко, когда только частями его ешь. Фу, блядь. У него есть хоть какой-то вкус? Маша. Да. Я давно, короче. Живой был бы прикольней. Ну чёра, народ, погнали нахуй. Всё, погнали нахуй, да. Фу, бля. Нормально можно есть. Еще и руками это трогать. Хорошо, что не вляпался. Ой, шишас. Ну вообще да. Всем привет. Мы ведем репортаж с чемпионата мира по программированию. Рядом со мной сидит Тимофей. Ко-коуч. Ваня что-то пишет. Остальные едят. Ого. Тетерев какой-то. Не знаю, но я, конечно, не эксперт. А вон те, смотри, какие. О, это сорока, что ли? Это ж сорока. Или как это? Белобока? Да. Наверное. Ой. Как в лесу. Вот это здание, да? Да-да-да, как лесничий дом культуры. Лесная школа. Вон они, сидит. Черные, посмотри какие. Где черные? Вон, прям вот перед тобой. Да, она вроде не очень черная, она под цвет дерева. Во-во-во. Играются. Весна. Он реально тренирует боевые искусства. Либо это снежный человек. Ребята, березки. Ого. Как
бидон с водой, где император варил заживо неугодно. На самом деле нет. На самом деле это бидон, в котором хранилась вода для тушения пожара. Тут очень высокое дерево. Кидаем круглую штуку, идем к еще другой круглой штуке. Да, называется храм неба. То, к чему мы идем. А то вы, наверное, не знаете, неучи. Сидите там у своих экранов. А люди тут стараются, снимают. Здравствуйте всем, привет всем. Сегодня мы будем курить храм неба. Там написано Divine Music Hall. Я думал, это какой-то зал божественной музыки. То есть я хотел послушать, что они там играют такого. Неужели Dark Tranquility? Я не удержался, я хочу это снять, потому что это так интересно выглядит. Это бобы. Пророченные. А стоит всего 180 рублей вот вместе с этим. И кислое, и острое, что-то и сладкое, и соленое. Но вообще вкусно. Обязательно ешьте в местах, где едят простые китайцы. Ого. Я вообще не понимаю, в чем прикол. Я тупой? А как сухая. Вкусная еда. Так, я обмахнул стол. Вообще не понравилось. Это эпичный батл. Нет, не очень долго продлилось противостояние.